coffee. We just don't know which is which. I know you have the granny strawberry refreshment. I did get that. Yes. That's awesome. Okay. All right. Good? So this is it. Okay. Cool. Let's go. It's a lot better than I thought it would be. The weather's a little warm, but it's manageable. Let's do it. Я и дом мой будем служить Господу. Какие благословенные слова, какое драгоценное решение. Я и дом мой будем служить Господу. Я думаю, что вы любите Господа, любите Его Слово. Блажен муж, который любит Господа и заповеди Его соблюдает. Это очень важно. Если вы так будете поступать, жизнь сложится. Если что-то и будет трудности, не ищите в ком-то причину. В этот торжественный для тебя день обещаешь ли ты в присутствии Бога, Его церкви, свидетелей любить, ценить и уважать стоящего возле тебя сестру Эми? Обещаешь ли ты заботиться о ней? Вот сегодня она в здравии, в здоровье, а будет, может, статься и заболеет, в болезни, в радости, в скорби, в благополучии, в нужде, в молодости и старости.
быть верным и преданным мужем до конца дней вашей жизни на земле. Обещаю. Да, слава Господу, да благословит тебя Господь и поможет в твоем обещании. Сестра Эми, в этот торжественный для тебя день обещаешь ли ты в присутствии Бога, Его церкви, свидетелей, любить, ценить, уважать и быть послушной женой брату Петру? Обещаю. Обещаешь ли ты заботиться о нем, о здоровье и в болезни, в радости и в скорби, в благополучии и нужде, в молодости и старости, быть верной и преданной женой до конца дней вашей жизни на земле? Обещаю. 9 число, октябрь месяц, 22 год. Объявляем вас пред Богом и Церковью мужем и женой. Да благословит вас Господь. И написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И последнее место вам пожелание. Сам же Бог мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами. Аминь. Что же наши молодые должны сделать? Вот напомните нам, может быть, кто-то из нас забыл. Чего мы все здесь сейчас ждем? Мы поцелуемся, да? Мы ждем сейчас официально уже. Муж и жена. 2, 3, пожалуйста. Our wedding day, right? Took forever to happen. Took 10 months. You mentioned 10 years, that's what I remembered. 10 months I waited. I hope that, you know, our love grows stronger every day, and in 10 years we're just as happy and even more happy than we are today. Okay, so today has definitely been amazing. Better than I had ever expected, and like, больше благословения, for sure. Futuristically, you guys, future us. I know for a fact that Peter is never going to stop loving me, and it's the greatest gift I've ever had. So I hope you guys are stronger over there and more loving and figured everything out. You still? Никита переехал во Флориду, и мы приехали просто посетить, посмотреть, как тут. И я поехал на молодежное общение. Было вторник, и все играли в волейбол. Там где-то были три волейбол courts, все competitively. И я ее встретил. She was on the opposite team, была на другой стороне. И the first thing was, hi, what's your name? And then after I tell her, the man who met Petya, she's like, oh, Peter is my favorite name. Wow. So awesome. Do you get the buzz on the course? You got that Peter Petya moment, right? Kind of. Oh, wow. The name is supposed to be. I guess, first ever person on the phone. Well, I'll ask you.